Друзья, всем привет! Уже хорошо знакомый нам и уже вам жилой комплекс Home City. Сегодня у нас радостное событие. Мы завершили первые два этапа инженерного ремонта. Монтаж перегородок и механизированная штукатурка стен. Напомню, квартира здесь у нас площадь 98 квадратных метров. Квартира очень большая, светлая, есть панорамные окна и классный вид. Итак, первым этапом мы возвели перегородки в соответствии с дизайн-проектом, соблюдали все наши самые строгие требования к самим себе в первую очередь. Здесь у нас, напомню, применен пенофол, вот такой вот отсекающей линии между стеной и перекрытием. Далее мы стены подготовили, проклеили в большом количестве сетку, подготовили оконный откос, и здесь мы использовали пеноплекс. Пеноплекс мы загрунтовали, также заклеили сеткой. И только потом приступили к его оштукатуриванию. Здесь в начале этого объекта я показывал, у нас тоже был очень большой шов. Там была каменная вата, мы все это убрали. Доложили 5 сантиметров блок, потом все это запенили. В санузлах использовали влагостойкую смесь старателя Optimum. Вот она серого цвета. И здесь еще были проблемные места, мы их обнаружили позже, но не могли оставить их без внимания. Сейчас здесь выполнена кладка из блока, и вот эта часть оштукатурена. А раньше, вот от окна вниз к полу, было все это замазано эскизом, и там была просто каменная вата, которая, в общем-то, отделяла улицу от квартиры. Все это мы убрали, проложили пеноплекс, положили блок, и здесь его оштукатурили сверху, потом ляжет подоконник. Теперь все это надежно защищено, все, естественно, не так, как было мягко и проваливалось. Теперь все классно и правильно. Везде демпферные зазоры, стены у нас уже начинают подсыхать. Дней через 10 мы перейдем к следующему этапу. Демонтируем старое отопление с пола, уложим шумоизоляцию, пропаяем ее и приступим к выполнению работ по сантехнике. По сантехническим работам у нас тоже есть проект. Проект довольно-таки интересный. Здесь 3 стояка, с каждым из которых придется поработать. После завершения сантехнических работ нас ждут работы по электрике. Все так же в соответствии с проектом. Посмотрите все-таки, какой замечательный вид. Просто такой объем, частный сектор, классно. Мое любимое окошко, тоже все сделано с уголочками, все красиво. Итак, ждем высыхания, пригласим наших замечательных сантехников, разложим шумонет, пропаяем, вернемся сюда еще раз, посмотрим этот этап, и далее вернемся уже, когда этап сантехнических работ будет завершен, для того, чтобы вам его показать. После электромонтаж также будем делать обзоры. Вот видно на этой стене такие полоски белые, что это? Это следы там, где стояли маяки. То есть маяк удалился, далее той же смесью замазали. И это место, оно посветлело быстрее всего, потому что тот гипс, на который был установлен маяк, он уже высох. В этом месте получается слой не толстый и сохнет он быстро. При этом, соответственно, на ощупь это место совершенно не ощущается, где был установлен маяк. Там, где стены уже высохли, мест установки маяков видно не будет вообще. Итак, друзья, примерно через 10 дней вернемся сюда и посмотрим этап укладки шумоизоляции в этой квартире.